Губернатор Олег Кожемяка вручил почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации отличившимся педагогам Приморского края. Торжественная церемония состоялась в Центральной библиотеке Находки и стала важной частью большой рабочей поездки главы региона в муниципалитет. Дорогие учителя, я просто хочу еще раз вам выразить слова благодарности за ваш труд, который необходим прежде всего нашим детям, с тем, чтобы с них выросли достойные люди, люди, которые последующие придут на смену нам. Вы создаете новое поколение, и те знания, которые вы им закладываете, те возможности, которые представляете по использованию всей доступной литературы, новых методов обучения, да, позволяет им чувствовать себя в жизни, скажем, уверенно, по-современному, и, безусловно, это имеет большое значение. Губернатор также осмотрел центральную библиотеку, которую ранее модернизировали по государственной программе развития культуры Приморского края. Читатель может спокойненько познакомиться, какой фонд у нас присутствует. Налево у нас находится наш центр прототипирования. Благодаря модернизации 2022 года и закупке оборудования мы оформили многие функциональные зоны своей библиотеки. В культурном учреждении создали свою мультимедийную студию, организовали класс робототехники. Есть уголок, где все желающие могут узнать больше о людях, которые в разное время внесли свой неоценимый вклад в изучение Дальнего Востока. Все в обновленной и современной библиотеке доступно бесплатно для юных читателей. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.